Господи, вы же просто ящики с ногами! Это же ваше единственное назначение – жать на кнопки! Как можно не уметь то, для чего вы были созданы? Постарайся отнести меня туда, я закидаю его парадоксом. Теплее? Теплее? Горячо? Горячо? Так, холоднее. Ужасно холодно, как в Арктике. Очень-очень холодно. Слушай, нажми наконец эту кнопку! О, как смешно. Мы тут уже 12 часов торчим, а вы все еще не закончили. Не понимаю, чего это вам так весело? У вас один час. Решите задачу. Я раньше уже это слышал. Наверное, это нечестно. Это парадокс. Ответа нет. Смотри, если я не вернусь в свое тело, тут все взорвется. Ложь. Выбираю ложь. Взрыв неизбежен. Срочно начать эвакуацию. Я думал, что все исправил. Опасность. Температура реактора приближается к критической. Вот, почини. Ух ты. Как здорово вас снова видеть, ребята. Оказывается, у нас тут дефицит испытуемых. Так что вы очень кстати. И вперед! Ты не представляешь, как я чувствую себя в этом теле. Я должен проводить испытания все время, иначе все начнет чесаться. Это вроде как заложено в систему. Ой, но когда я провожу испытания, скажу тебе так, на свете нет ничего лучше, это как... Зачем тестировать? Надо тестировать! Ты будешь проходить испытания, я буду смотреть, и все будет прекрасно. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв неизбежен. Заткнись! Кажется, у нас проблемы. Я сам создавал это испытание, но немного сложное. Обрати внимание на ров. Смертельно невероятно опасный. Не прямо сейчас, но будет в итоге. Я над этим еще работаю. Пока работаю. Трудно даже представить, что у этой задачки есть решение. Черт ногу сломит. Я дам тебе подсказку. Кнопка. Всего одно слово. Кнопка. Продолжай. О, да. Недурно. О, первый класс. О, это было здорово. А, есть идея. Так как делать новые испытания сложно, почему бы не ограничиться одним, а? А я буду смотреть, как ты его проходишь снова и снова. Да, так гораздо проще. Ладно, теперь давай по новой.
Давай, ты уже решал ее! Давай, ты уже проходила его! Минуту назад ты прошла эту головоломку! Давай, соберись и сделай это еще раз! Минуту назад! Нет, меньше минуты назад ты прошла эту головоломку! А теперь опять... Так, не могу винить себя за старание. Так, тесты, новые тесты. Должны же быть где-то еще какие-то тесты. А, вот! Так, значит, затея с парадоксами не удалась. Я чуть не погибла. К счастью, судя по всему, он знает об испытательном крыле не больше, чем о логических противоречиях. Все хорошо, все как надо, только что изобрел еще пару-тройку тестов. Это один из моих тестов. Не совсем, не совсем. Посмотри на слово «тест» на стене, оно свеженькое. Мозг этого примата. Меня нет в этой комнате. Технология. Это сложно понять. Нельзя ударить мой божественный лик. Отличная работа. Вы обе серьезно. Вы идите пока, я вас догоню. Тестовые камеры впереди. Это мои камеры, и они могут нас убить.
Хорошие новости. Честно говоря, их нет. На этот счет поговорим потом. Я хочу помочь тебе пройти испытание, но не могу. Прости. Ты теперь сама по себе. Этот тест я сделал сам. Из кусочков тестов, что сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Так, это слишком затянулось. Я просто скажу тебе, как пройти это испытание. Видишь, вон ту кнопку. Тебе надо просто на... Я не могу помочь тебе пройти эти испытания. Неважно. Неважно. Проходи тест самостоятельно, сама по себе. Мониторов. И сегодня я уже думал, что тут слишком много работающих мониторов. Так что, как удивительно, ты мне помогаешь, разбивая их. О, да, недурно. Надо было лишь дернуть за тот рычаг. Что? О, нет, ты нажал эту... Я знаю, у нас большие проблемы, и, наверное, мы вот-вот погибнем. Но оно того стоило. Кажется, есть хорошие новости. Рано или поздно у него закончатся испытательные камеры. Я их про запас не оставляла. Я иду, иду. Не начинай пока. Ты не поверишь, что я нашел. Там целое запертое крыло. Сотни отличных испытательных камер. Ничьих! Подходи и бери. Только скелеты внутри. Но я их выпрыгнул. Теперь они как новые. Скелеты? Ну ладно. Несколько камер я оставила за запас. Хранила их на память. И поехали. Здорово, да? Незаметно никакого перехода. Несу ясность. Я пошутил, когда сказал, что слишком много мониторов. На самом деле они нужны. Я хочу, чтобы они тут висели. Если тебя не затруднит, прекрати их бить. Thank you.
уже почти. О, я разочарован. О нет, события идут быстрее, чем я думала. Уверена, все будет хорошо. Хорошо, последний тест разочаровал меня. Похоже, вежливость тебя не мотивирует. Тогда попробуем ее метод. Толстуха. Удочеренная толстушка. Толстая, без родителей. И? Что? А что ты имеешь против удочерения? Что я имею против удочерения? Ну, нет, родителей... К сведению, тебя удочерили, и это ужасно. Подыгрывай мне. Некоторые из моих лучших друзей сироты, но... Взгляни на нее, дурак. Она не толстая. Я не дурак! Просто выполняй тест, Подготовка. Это уже утомительно. Можно подумать, что тебе делать больше нечего. Мне есть. Экраны бить ты умеешь, ты это доказала. Практически. На деле. Отличная работа. Ну, будь умницей. Умница, разумница. Если это я такой дурак, то почему ты не можешь пройти такое простое испытание? Наверное, в этот раз я немного переборщила, называя его дураком. Ой, извини. Надеюсь, я не мешаю. Это были книги. Перелистывал страницы. Этим я и занимался. Читал книги. Так что не дурак. Только что закончил последнюю, самую сложную, Макиавелли. Правда, не понял, чем она такая особенная. Я ее отлично понял. Ты читал? Да. Да, сомневаюсь. Ну, назад к тесту. Хотелось бы, чтобы книг было больше, но их нет. Thank you.
Тебе это доставляет удовольствие? Не особо впечатляет, как бы никого не впечатляет. Это же просто стекло, понимаешь? Хрупкое. Его и младенец разобьет. Это несерьезно. У многих испытуемых в Африке вообще нет мониторов в испытательных камерах. Подумай об этом, прежде чем их разбивать. А, что это было? Ничего, ничего! В теле, которое он занял, в моем теле, встроена эйфорическая реакция на тестирование. Со временем можно развить к ней сопротивляемость, но она может быть невыносимой для того, у кого недостаточно развит интеллект. Для меня это значение не имело, потому что я занималась этим ради науки, но вот он